С вами Герман Пермяков, постоянный ведущий инвестиционно-обучающего канала Redline TV. И сегодня разрешите предложить вам очередной обзор проекта, который называется BT Horizon. Делает его сегодня моя коллега Майя Вишневская, которая, в общем-то, уже прижилась на нашем канале, да, и, в общем-то, я думаю, она достаточно интересно расскажет об этом проекте. Этот проект хайповый, поэтому сейчас самое время в него заходить, сейчас самое время инвестировать, в общем-то, этот проект, допустим, достаточно интересный. Рассмотрим три плана, и, в общем-то, Майя тщательно вам расскажет полностью, обследует каждый закуточек данного сайта. Ну и как всегда, в конце данного видео вам бонусы, вам плюшки за просмотр данного видео. Я расскажу, как его получить и как дальше, так сказать, получать не только за это видео, а за все другие тоже наши бонусы. Итак, поехали, смотрим видео, после видео бонусы. Поехали. Приветствую всех, с вами Майя Вишневская. Сегодня мы посмотрим на новый онлайн-проект, называется Beyond the Horizon. Вот так выглядит в строчке браузера наш сайт. Заходим сюда. Великолепная картинка в космическом стиле. Вот бонус к празднику 8 марта. Плюс 8% к депозитам. Смотрим дальше, что у них есть интересненького. Заставочка. Замечательно, мы переходим к инвестиционным планам Venus, Mercury, Uranium, но к ним мы вернемся чуть попозже. Давайте-ка посмотрим информацию о самой компании. Вот здесь же у нас есть партнерская программа, где же наш... Вот, самая интересная информация. Что же такое Beyond the Horizon Company? Компания занимается созданием и разработкой роботизированной электроники с искусственным интеллектом для работы в экстремальных условиях. Ну, в общем, если вам это сложно понять, исследование космического пространства. Они уже 141 день в работе, что мы прекрасно здесь видим, хвастаются своими инвестициями в размере 470 тысяч $450. Вот, и зарегистрировано у них 2000 человек, 2002, если быть точным. Так, собственно, что они делают? В процессе изучения космического пространства роботы этой компании ведут фото и видеосъемку небесных тел, и благодаря которым процесс получения знаний в столь неизведанной отрасли человечества становится практически элементарным. Они планируют запустить несколько спутников, которые транслируют сигнал на Землю в режиме реального времени с незначительной задержкой. Крутая идея. И получать хотят информацию с роботизированных систем с искусственным интеллектом, чтобы это было моментально. Ну что ж, планы амбициозные. Давайте посмотрим конкретно меню. Собственно, у нас та же информация. Смотрим дальше. Инвесторам. Вот. Они представляют три инвестиционных плана. Venus, Венера, Меркурий и Uranium, Уран. Итак, тарифный план Venus. 2,21% в сутки. Срок действия депозита 60 дней. Вы получаете 32,6% чистой прибыли. Минимально вы можете внести $10, максимально $500. Тариф инвестиционного плана Mercury
2,82% в сутки, 60 дней также срок действия депозита и 69,2% чистая прибыль. Здесь минимальный вклад $501, а максимальный $3000. И, наконец, тарифный план Uranium, уран. 3,43% в сутки вы получите, те же 60 дней срок действия, а чистая прибыль составит аж 105,8%. Депозит включен, выплаты. Здесь вы можете инвестировать от $3001 и максимально $10,000 можно вложить. Здесь также есть ваш калькулятор, что вы, сколько вы получите, допустим. Сколько вы вложите и сколько вы получите. Вот сумма вклада мы, давайте сделаем $4,500. Вот так, да? Вы получите, ваша прибыль составит $9,269,023. Можно нажать кнопку «Инвестировать». В общем, интересный каждый тарифный план, инвестиционный план имеет такой калькулятор. Можно легко все посчитать. Ну, это очень удобно. Партнер. Как мы уже с вами видели, у них есть партнерская программа. Партнерская программа на тарифном плане Venus составляет 5% первый уровень приглашенных инвесторов, 2% второй уровень и 1% третий уровень. Тарифный план Mercury предполагает партнерскую программу, где есть 7% от депозитов приглашенных инвесторов первого уровня, 2% второй уровень, 1% третий уровень и 0,5% вы получаете за приглашенных инвесторов четвертого уровня. Здесь позволяет больше уровней партнерской программы иметь тарифный план. Тарифный план Uranium составляет 9% депозитов приглашенных инвесторов первого уровня, 3% от депозитов приглашенных инвесторов второго уровня, 2% третий уровень, 1% четвертый уровень и по 0,5% пятый уровень и дальше, пятый, шестой и так далее. Собственно, развернутая достаточно партнерская программа. Так, дальше у нас есть вкладка часто задаваемых вопросов. Вот такой, в принципе, недлинный списочек. Что нужно для начала сотрудничества, то есть регистрироваться нужно, с помощью каких платежных систем можно сделать депозит. Здесь нам говорят, что можно использовать такие популярные системы, как Advanced Cash, Payeer, Perfect Money и Bitcoin. При создании депозита с помощью Bitcoin средства конвертируются в доллары или остаются в биткоине. Здесь вам ясно и четко отвечают, конвертации средств не происходит. Все депозиты и выплаты происходят в биткоине, что очень удобно. Депозит открывается автоматически, нужно просто выбрать инвестиционный план. В какие дни недели начисляется процент? В любом инвестиционном плане процент начисляется один раз в 24 часа, вне зависимости от выходных и праздников. Минимальный и максимальный размер депозита, как мы уже с вами видели, $10 это минимум, $10,000 это максимум. Скрытые комиссии здесь отсутствуют. Все операции, которые внутри системы проходят, они происходят без комиссий. А вот, возможен ли вывод на электронную систему, которая отличается от системы пополнения счета? Нет. Вывод производится только на ту платежную систему, с которой был сделан депозит. Так что имейте в виду, когда будете инвестировать. Как быстро происходят выплаты процентов на кошелек? Выплата с проекта происходит мгновенно, сразу после составления ставки. Также здесь говорится о том, что могут происходить сбои на сайте в платежных системах. Если не поступили средства сразу на ваш кошелек, срочно нужно обратиться в техподдержку. Ответ и обработка заявки занимает до 12 часов. И минимальная сумма на вывод составляет 10 центов. Давайте с вами пробуем войти. Чтобы зарегистрироваться, нужно ввести свой электронный ящик. Я уже это сделала, поэтому мне нужно просто войти. Вам на почту при регистрации приходит ваш логин. Вы его вводите, пароль. Нажимаем «Войти». И мы в личном кабинете. Личный кабинет показывает последний вход, кто пригласил нас, наш баланс в платежных системах, который поддерживается компанией. Наши тарифные планы еще раз перечисляются. Дальше мы смотрим вкладка «Депозиты». Здесь отображаются текущие депозиты, операции,
Угу. Мы как-то вышли сразу, бывает. Давайте вернемся назад, попробуем еще раз посмотреть. Партнерство. Угу. Немного недоработанные эти моменты. Вот, и настройки. Вот, настройки. Личные данные, имейл, дополнительная информация. Можно добавить, изменить и сохранить. Ну, собственно, все. Номера кошельков, которые у нас есть. Здесь можно все это внести и сохранить. Безопасность. Здесь пароли. Новые пароли мы меняем. Собственно, вот. Промо мы еще не смотрели. Вот рекламные материалы, которые можно здесь разместить. Вот здесь замечательно просто. И наша здесь находится реферальная ссылочка, которой можно поделиться и привлекать инвестора в нашу партнерскую программу. То есть можно скопировать ссылку и вставить, куда вам нужно. Собственно, мы выходим. Это все по нашему обзору. Получаем бонус к празднику 8 марта. Регистрируемся, инвестируем. С вами была Майя Вишневская. У меня все. Смотрите наш канал. Делайте комментарии, ставьте лайки и слушайте Азовскую столицу. Всего хорошего! Дамы и господа, в общем-то, думаю, по проекту BT Horizon все понятно. Beyond the Horizon, да, как он называется. Сейчас по поводу тех, того, кто участвует в нашем квесте на Азовской столице и на Redline TV. Внизу будут указаны стоимость просмотра, которую вы получаете за просмотр данного видео. То есть вы можете просто смотреть видео, получать за это наши монеты. Курсы монет всегда, свежие курсы монет вы найдете всегда в Телеграме. Опять же, все ссылки на Телеграм смотрите внизу в шоу-нотах. Вот, в течение 48 часов после выхода данного видео на всех каналах нашего присутствия вы можете получить, написать комментарии или поставить лайки, прислать скрины и получить видео, получить свои монеты. В общем-то, а те, кто, ну, интересует тех, кого интересует инвестирование, то, естественно, как бы инвестируйте, заходите по ссылке, которая указана внизу. Все, в общем-то, это все, что я хотел сегодня дать. Обязательно слушайте Азовскую столицу. Скоро на Азовскую столицу тоже будет применена система благодарственных бонусов за прослушивание, то есть которую можете свободно конвертировать в доллары. Ребята, а кто больше слушает и смотрит нас, тот больше всего зарабатывает. Поэтому успевайте. Все, всем пока. С вами был Герман Пермяков.